Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 175 сантиметров, вес 66,1 килограмма. Его профессиональный рекорд – 3 победы и только 1 поражение. Его стиль – ММА из города Бишкек, Кыргызстан, Ибрагим Тарамаматов. Соперник в красном углу клетки. Ему 24 года, рост 180 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 3 победы, ни одного поражения. Его стиль – ММА из города Грозный, Чеченская Республика. Асланбек Магомадов! Рефери в октагоне Гирхан Шибилов. Ибрагим Тарамаматов против Асланбека Магомадова. Я говорил уже сегодня легендарный Гирхан Шибилов. Да. Но мы не устаем это повторять. И будем и впредь. А, кстати, я вот пукаюсь и извиняюсь. У нас все-таки есть один поединок в полуфинальном весе. В нашем турнире запланирован. Это очень даже хорошо. Позже об этом будем говорить подробно. Тем более, что это все главное событие сегодняшнего вечера. Да. Ну а пока поддавливает Магомедов. И тут же обратно начинает поддавливать соперника Тарамаматов. Попытка удушающего. Мы уже подобные приемы сегодня видели, удачные в том числе. Да, и быстрые победы мы сегодня видели. Почему бы и не еще одна? Потому что захвата плотно нету. Сложнее, потому что ногу держал соперник. Этот киргизский спортсмен уже побеждал в лиге. И это серьезный и интересный боец. Это не подарок. Ну и для 70 килограммов очень так массивным выглядит Асланбек Магомадов, даже для 66. Ну, для 66, да. А так, собственно, сейчас так уже научились вес гонять, что порой глазам своим не веришь. Бросил, а? Да, не травмировать. Он заправляет ногу. Одну. По крайней мере, одну, да. И две ноги заправил. Ничего себе. И даже несколько акцентированных ударов нанес. Ничего себе. Ручку за шею заправил. Да, заправлены руки, но довольно. Это может быть опасно, потому что сейчас. Да, да, да. И закрылось. Да, есть дальше. Вторая победа в лиге у киргизского спортсмена. Да, и первое поражение в карьере терпит Асланбек Магомадов. Магомадов, конечно же. Прозевал тот момент, когда это стало опасным, да. Да, ну, было сильное, серьезное давление на челюсть. И, ну, как грамотно сейчас действовал. На самом деле, Ибрагим Тарамаматов и одержит заслуженную победу, 4-ю в своей карьере. Держится за плечо, видимо, есть какое-то повреждение. Чуть-чуть легкий, судя по всему, вывих был, но быстро справили. Кстати, киргизский спортсмен, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Ибрагим Тарамаматов. Да, вот и на Бишкекской улице.